Всем привет, ребят. Ну что, настал у нас тестик с десяточкой, то, о чем я говорил, и мы первым протестируем нашего нового донатного героя. Я его поэтому и не качал на максималку. У нас сборку я перекачал, показал вам его с пактом, ну, то есть на девятке пакт. Сейчас мы качнем обратно же ожог. На восьмерочку не буду я на максимум прокачивать. Потом у нас будет, попробуем со стойкостью. Не хочу на урон, смысла нету собирать. Хочется что-то, знаете, такое универсальное посмотреть. Ставить эмблемы мы не будем. То есть у нас чисто тест против героев. Сейчас я вам покажу каких. Зайду на десятку, покажу герои, которые у нас будут стоять на таблетках, против которых мы будем тестить. Единственное, что у нас здесь минус, то, что... Так, где он наш? Минус то, что у меня сила как бы выше, чем у твинка в 10, а то и больше раз, но в принципе ничего не поделаешь. Вот наша десяточка, вот такие вот у нас герои будут на тесте. Вот девятки будут тоже попадаться, то есть девятые прокачки, то есть этим мы будем по сути компенсировать. Фрейю сейчас мы поменяем, поставим ей пакт. Ну, потом я уже откорректирую, просто так хочу вам показать, потому что многие говорят, что герой фигня, заодно мы это сейчас все протестим, посмотрим, сможет ли он тащить против других героев. Так, вот, ничего себе пак дают, подгон прям. Так, с Фрейя такая. Седна, ну пусть будет такая сожжевая, такой ПБшка. То есть герои более-менее с такими интересными топовыми талантами. Так, на стрелка сейчас поставим специальное СО. Как вы знаете, герой игнорирует бронь. То есть так написано, посмотрим, так ли это. Как будут разлетаться в пух и прах герои. Так, стрелок. Меняем. Даже девятку качнем максимальную. Огник у нас. Ну, то есть, как видите, герои такие более-менее интересные, универсальные. Так, тут пусть будет ожива, в принципе. Утекание. Буги черемоч. Ну, это первый у нас тест такой. То есть, мы хотя бы потестируем, посмотрим, как он себя покажет. То есть, такие вот герои довольно-таки интересные. Поставим пока так. В общем, против таких 25 героев у нас будет первый тест. Потом я откорректирую, возможно, подкачаю, и мы увидим намного больше. Так, некоторые герои у нас уже на таблетках. Думаю, вы запомнили. Если что, перемотаете обратно и посмотрите. Я буду нападать. Я добавил себя. Сам себя добавил в друзья. То есть я буду через практику нападать. И заодно посмотрим, что у нас с этого получится, тащит герой или нет. Так, окей. Вот 10 ва. Нажимаем практику. Смотрим. У меня, к сожалению, есть смотритель. Сейчас мы его уберем тоже, потому что он нам напортачит. Ну а потом мы уже более такие интересные тесты посмотрим. Пишите, что вы хотите увидеть в тестах. Возможно, я вам что-то не так покажу. То есть, все будем корректировать. Так, окей, поехали. Будем постепенно менять. Я сейчас зайду на аккаунт у себя с планшета, чтобы это было все быстрее. Итак, так. У нас она с бастионом восьмым. Ну, я думаю, разницу вы видите. И причем, посмотрите, что он делает. Но это он пока добежал. То есть, она улетела сразу, там даже Фрейя улетела. Интересно, это очень интересно. Сейчас мы посмотрим, что будет дальше. Просто у меня там стоит, там тоже смотрителя нет. Тут у нас срабатывает отражалка. Вот смотрите, сейчас он... Вот, видите, как отражалка идет? 36 тысяч максимум, плюс Рину еще бьет. Рину тоже уходит. Рину с огненкой 9. Видите, дальше у нас просто уже нас шатает. Ну, один на один,
я считаю. Я не хочу ставить никакие прокачки, я не хочу ставить сюда, делать аугментации, качать, потому что это все будет влиять, скажем так, потом. А вот смотрите, биг не может заморозить, мы активируем фрей, у нас фрей шатает. Так, давайте уберем, сейчас я уберу фрею. Потом чисто отдельно. Я не хочу менять, просто отдельно ставить их. Просто есть многие герои-автопрокеры с отражалками. Кстати, та же самая. Герои с отражалками стоят. И, соответственно, мы получаем отражение, так как герой бьет по четырем целям сразу. Так, это паладин 30-й. Ну ладно, пусть там с паладином воюют. Нам самое интересное, Минотавр нам... Вот видите? Так, а у нас фрей еще до сих пор есть. Посмотрите, он героя просто уносит. Вот в этом его плюс. Так, надо выйти. Заходим обратно. Поехали обратно на практику. Пока, честно скажу, пока единственная надежда на дальнейших героев, что он там вытащит. Так, все, фрей нет у нас, отлично. Смотрим против огника. Я говорю против огника, против Бигфута. Ну, видите, в чем плюс? Бигфут. Так, блин. Надо нафиг этого Рину. Вот бьет по всей карте, это уже огромный плюс. Но видите, надо ему проклятый доспех. Без проклятого доспеха получается фигня. Герои, которые с отражением, он на них будет сливаться, получать по 36 тысяч. Это тоже не так уж и мало. Так, Рину я убрал. Вот, один на один. Бигфут. И Бигфут его будет делать. Знаете почему? Потому что Бигфут получает отхил с каждого удара. Вот первый герой, который его реально ушатал. Хорошо. Остальных разбирает. Просто если мы их попрокачиваем, там поделаем, много, это будет в дальнейшем. Это мы тоже будем делать, такие тесты. Но пока мы тестируем, вот героя самое реальное для, скажем так, герой хоть и донатный, для бездона. То есть это 10-10, 8-8. Это самые оптимальные такие варианты. Окей, поехали дальше. Ставим фрею. Так. Сейчас я поменяю. Блин, очень много автопрокеров, к сожалению. Так, мы сейчас попробуем так, чтобы мы их не задевали. В центре я не тестирую центрального героя, потому что там стоит... Так. Махатма. Там 25-я таблетка, я не хочу, там очень усиленный деф. Остальные у меня специально сделаны. Ну, вы увидите потом, в принципе, почему. Но пока единственное, это Бигфут, кто смог справиться вот в такой сборке против этого героя, его просто раздать. Так, поехали дальше. Фрейка. Смотрим на Фрейю, сможет ли он Фрейю ушатать. Напоминаю, он парализует. Фрейя улетела только так. Вольт тоже, в принципе, улетает, и как и остальные герои. Ну, все из-за того, что он бьет их, скажем так, издали, поэтому мы сейчас будем практиковаться на каждом отдельно. Вольт. Накинул ослепление. Ну, в принципе, не вариант. Не вариант. Ну, еще надо учитывать то, что у нас много героев. Он хилится от каждого 4 героев. Не было бы героев, мы это тоже, думаю, сделаем, исправим, потестируем по очередности по одному герою. Ну, это немножко больше времени займет. И так хочу вам просто показать, стоит ли писать и переживать многим, кто
что он типа слабенький герой. Пока я вам скажу, не слабенький. Вот ПБшка, кстати, вот ПБшка его станет. Блин, отхил у него, конечно, просто обалденный. ПБшка, у него ограничение 36 тысяч урона. Он будет просто шатать. Это причем у нас сборка, ну, такая себе. А, так, окей, поехали дальше. Махатма с утеканием, смотрим. Тоже довольно-таки интересная тема. Махатма. Вторая эволюция Махатма вынес. Ну тут учитывайте то, что у меня еще есть сила, которая вот мой титул, который дает, конечно же, очень много. Прибавку дает, как видите, 175% против там. Ну, то есть плюс есть, конечно, плюс, это чувствуется, но я думаю, скоро мы это затестим уже на максимальных героях. Просто так вот мы тестируем, смотрим, потом будет у нас равно, скажем так, равноценные тесты. Ну, пока Бигфут только удивил. Так, поехали дальше, следующая партия героев. Кроме Бигфута пока никто. Это реально... жесть. Сейчас дойдем дальше. Ну, Фрея улетела. Как видите, он Фрею парализует. Он просто не дает ей ударить. И настолько много урона прилетает ей, что, блин, он крутой будет. Такс. Дальше ставим. Дальше будет у нас интереснее героя. Анубис. Надо еще так подобрать, знаете, чтобы они, блин, не сильно автопроком били. Потому что все-таки автопрокеров очень много. То есть герои плюс-минус такие же. Такс. Поехали на следующий заходик. Так, Анубис. Анубис с бастионом. Мы говорим ему просто до свидания. Ну, нереальный у него урон, посмотрите, он просто будет их всех разбирать. Что бы они ни делали, он парализует их. То есть, он разобрал, он... Сейчас попробуем. Я не знаю, кто. Сейчас дойдем до Огника. Вот, посмотрите. Лазуля включился, он на него не действует. Да, Лазуля не будет получать урон, но это все фигня. Просто разобрал. Круто. Вот, нереально, вы говорите, что герой фигня. Он на максимальной прокачке будет очень крутой. Так. Поехали. Роза. Роза наносит процентуальный урон и отхиливает себя. Посмотрите, что он с нее делает. 6. Просто жесть, ребят. Так. Че, поехали. Следующий заходик ставим. Следующий герой, очень много автопрокеров. Самое интересное, что он игнорирует бронь. То есть в данном случае это просто жесть. То есть ваши все прокачки на деф, вылетает такой герой, который будет правильно собран, просто уничтожать будет. Я в этом более чем уверен. А может и нет. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Но то, что я вижу, это просто жесть, ребят. Так, давайте попробуем рогатку.
рогатку, стрелка. Некроса. Вот я сейчас просто автопрокеров всех поставлю на таблетки, а таких более-менее ворожей. Вот такую сборку попробуем. То есть герои без всяких там плюс-минус, это чисто герой, который прокачан на вторую эволюцию 10-10 и не более. То есть это стандартная стабильная сборка. То есть это, я считаю, что это самый оптимальный у нас тест. А потому что плюс-минус потом, знаете, говорят, этот герой лучше, этот герой хуже. Так, рогатка. Поехали. На рогатке он должен сливаться, по идее. Так, хорошо. Рогатку оставим напоследок. Я вам показал всех героев. Так, стрелок. Ну, видите, тут... Вот герой автопрокера его просто тупо шатают. А шатают из-за того, что, блин, они все сразу вместе бьют, а он их всех заряжает. То есть он обалденно заряжает, с одной стороны это минус, но если он будет собран на хороший урон, он будет просто тупо всех ушатывать. Такс. Сейчас мы поменяем, я уберу героев, выставлю по одному и так попрактикуем. Конечно, это затянется, но, ребят, это реальный тест силушки этого героя. Пока только Бигфут показал себя красиво. Так, рогатку оставляем. Поехали. Вот одна рогатка осталась. Пробуем на рогатку напасть. Ну, рогатка, видите, что делает. Рогатка красава. Рогатка тащит. Рогатка и Бигфут. Два героя пока только. Пока два героя, которые реально могут с ним справиться. Поехали дальше. Следующий герой у нас будет. Я не хочу делать там заставки, обрезать. Я вам делаю, как оно есть. Поэтому не сильно злитесь, что длинный видос. Но зато вы видите все, как есть. Без всяких там обрезаний и прочего. Так, с рогаткой мы разобрались. Поехали дальше. Стрелок. Стрелок 9 СО, которое мы сделали. Один на один. До свидания. То есть, видите, он боится отражалки. Он боится отражалки и стана. Стрелка он унизил просто. Без вариантов. Фух, я уже запарился. Самое странное, да, вот... Не ожидал, но Бигфут от полученного урона хилится, это его нереально будет убить. Так, Некрос. Такой же с ожогом. Поехали. Против Некроса с ожогом. Я постараюсь уже на следующий раз сделать более... Ну, вы увидите другие совсем обзоры, там будет более равная сила, но, в принципе... Видите, нули получает, и он не хилится. Ну, просто разнес. Поехали дальше. Следующий у нас... ворожей. То есть, видите, есть герои, которые автопрокают, поэтому их приходится тестить так, потому что если я их выставлю всех на таблетку, это будет печально. Вы сами это все видели. А по одному, в принципе, тест есть. Пока только два героя, которые реально смогли что-то показать.
Такс. Ворожей. Ворожей, 9-е СО. Он игнорирует просто урон. Все. Нету ворожая с девятым. Девятое СО, блин. Он его просто разбирает. Жесть, ребят. Вы говорите, что он не имба-герой будет. Да это просто офигеть герой, как по мне. Жалко, я не могу сам на себя нападать. Я бы напал на свой основной аккаунт. Такс, окей. Давайте ставим сюда Огника. Так, Роза, Космо. У нас еще несколько героев осталось. Ставим Огника. Я думаю, это будет очень интересно. Огник с 9-й оживой. Огник шатает. Ну здравствуй, Огник. Посмотрите, и вы говорите, что Огник шатает его? Да, может быть, в некоторых случаях. 2-0. Жесть. Да, он круче, он парализует намного чаще. 3-0. Это просто аут. Просто жесть. Огник улетел. Давайте сделаем другой тест. Я думаю, в принципе, там и так понятно. Другие герои не особо его затащат. Мы сделаем, сейчас я сделаю переход и нападу на себя. Сейчас я его постараюсь вынести. Конечно, тут башни. Не, башни доставать не будут. Отлично. Попробуем, нападем обратно. Я перейду на этот аккаунт. Конечно, видосик у нас длинный будет. Я сделаю наоборот. Нападу вот просто этим же огником на себя. Ну, тот же самый результат, как видите. Тут плюс у меня еще таблетка. Он все равно 35 тысяч будет получать, как ни крути. То есть 36. Огник проигрывает, ребят. Посмотрим, что будет на прорывах, но это просто жесть. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Я уже следующие обзоры вам покажу. Но я вам показал основных героев, которых он шатает. Остальных там некоторых я вам не показал, потому что будет очень длинный видос. Кто досмотрел, красава. В общем, думаю, вопросов по герою нет. Все, всем удачи, всем пока.